за эти 19-20 год приобрели 20 в том году трамваев, 20 трамваев в этом году. Да, можно иронизировать, что это трамваи, бывшие в употреблении, но они прошли очень глубокую модернизацию в Лейпциге. На них стоит самая современная транзисторная система управления. Они очень экономичны. Они возвращают при торможении электроэнергию в сеть. У них ну, кабина трамвая, этого, она как кабина вертолета, там жидкоэлектрическое табло, там удобное кресло, кондиционер водителя. Вот такие мы приобрели трамваи.